Вы смотрите видео об отеле Espel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Espel расположен в стране Андорра в регионе Эскальдес и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. В 200 километрах от аэропорта Барселона, в центре городка Эскальдес, в 4 километрах от подъемников. Территория гостиницы занимает 5000 квадратных метров. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, лифты, прачечная, беспроводной интернет в лобби бесплатно, интернет-кафе платно, сейф на ресепшн бесплатно, лыжное хранилище, парковка платно, в номерах есть ТВ с русским каналом, сейф бесплатно, ванна или душ, фен, телефон, детская кровать по запросу платно, паркетное покрытие. Номерной фонд отеля состоит из 84 стандарт рум, 20 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек. Для детей есть услуги няни платно. Год постройки гостиницы – 1950 год. Год, когда был сделан последний ремонт – 2006 год. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.